Сегодня послушаем колонки Sansui XL900C с усилителем Kenwood L01A. В конце этого видео, я заранее уже говорю, будет немножечко вставочка с усилителем Yamaha A9, чтобы сравнить. Ну, хотя было видео отдельное по сравнению. В разговорном видео отдельно будут впечатления от этих колонок и все такое. Это колонки самые крутые у фирмы Sansui. Turn around.
Оно прошло, оказалось, наступит не скоро. Но что было, того уже не отменять. Как нельзя повторить те дни, о которых ты скажешь, самые счастливые дни мои, мои самые счастливые. В чем-то кого-то винить. И это там, где действительно всем очень нужен. В свои самые счастливые дни твои. Самые счастливые дни твои. Самые счастливые. Song plays on.
Heart.
играть с этим усилителем. Похоже, это его заслуга, что так интересно слушать. Осторожней спускайся, ступеньки во льду, шарф потуже, простынешь на этом ветру, крылья вскроют моим облакам животы. Вперемешку осенняя грязь и цветы. Yeah.
какие-то MP3-шки, какие-то обычные треки. Столько, настолько много больше слышно с этим осилком и всякие послезвучия, бертона. Вот оно как живое. И главное, что интересно, это не рассыпается на звуки какие-то отдельные, как на Yamaha. Это именно цельная музыка и такая помещение слышно, как бы какие-то вот эти вот эхо там, отзвуки. Hi-fi, high-end. My black backpack stuck with broken dreams. 20 bucks should get me through the week. Never said a word of discontentment. Thought it a thousand times, but no.
что-то херово звучит, как костолочка. Видимо, запись плохая, наверное, или MP3 какой-то некачественный. Thank you.
что-то не звучит на этом усилке или на колонках, не знаю. Не хватает, усилок, наверное, виноват, не хватает такого дешевых страз, таких блестяшек по высоким частотам. Да и рок тоже не особо. А вот что-то такое серьезное, спокойное, очень даже хорошо. Усилитель лучше на попсе звучит, чем такой. Более попсовый звук, так скажем. А у этого более серьезный такой.
короче, переключу, наверное, на Yamaha усилитель и сравним, что там он как. Лучше рок играет или так же. Врубаем Yamaha усилитель. Ну, я уже так немножко послушал. Мне кажется, разница большая. Вот на роковых вещах Yamaha круче. Ссылки Yamaha включить то, что вот перед этим было. Ну, чисто так сравнить по горячим следам. My familiar, unfamiliar. Поясни, да. My dearest mystery. I can't get used to you. You turn from the kitchen window. I'm willing everything. I can't get used to you. Don't ever get used. Отпусти мою ладонь, не держи, как будто.
включить такого. Короче, Yamaha для попсы и для рока лучше подходит, а та штука для акустической гитары какой-нибудь, такого чего-нибудь неспешного и красивого. Ну, это если отсюда с краешка сидеть, так-то вблизи-то там больше деталей слышно, вот где микрофон стоит, наверное. А вот интересно, вот эти фортепианные дела так же красиво звучат, как на Kenwood'е. Тоже хорошо, только по-другому. Вот эти мелкие детали, которые за которые я говорю, что это Kenwood сильно, ну, выше классом, их отсюда не слышно, я не знаю почему. То есть их надо прям ушами ловить, вот, чтобы было слышно эту разницу, и 20%, что Kenwood богаче и солиднее. На микрофоне может быть это заметно, я не слышу. Я слышу только разницу вот в подаче, и подача сильно разная, но и там она приятная. Другое дело, что Kenwood, он такой неспешный, такой как густой, неспешный звук. А Yamaha, она светленькая, она более быстрая, она на роке хорошо работает, и на попсе. Ну и вот пианино тоже вроде один и тот же трек, но по-разному звучит, и в обоих случаях довольно интересно. Колонки одни и те же. Ну ладно, короче, финальная наша традиционная песня.
мосты. Сегодня дороже, чем ты.
чем ты.